попробовала торт, не увидела, что у нас кончилось с вами время. Давайте с вами закончим и завершим по-человечески этот эфир. Продолжаем выравнивать, друзья. Кто подключился уже к чату, напишите, как слышно, как видно. Что мы делали в предыдущем эфире на протяжении часа? Эфир, кстати, сохранился, можете посмотреть в течение суток. Мы делали крем для покрытия, выравнивали первый слой, сейчас уже выравниваем второй слой. Я показывала все основные моменты выравнивания торта кремом. Да, поэтому обязательно посмотрите, такой полезный эфир. И я говорила про то, когда у нас все вылетело, что более подробно, более детально всю эту информацию, конечно же, я показываю на курсе «Стань кондитером», где девчонки в течение месяца с нуля просто впервые держат венчик, а выходят уже на доход, у них начинают идти заказы, и, в общем, окупают курс уже в течение первого месяца. Поэтому всех приглашаю, друзья, на курс «Стань кондитером». Смотрите, мы нанесли второй слой крема. Сейчас мы тоже не стараемся прям супер-супер идеально сделать. Почему? Потому что когда крем постоит, сейчас тортик с этим кремом постоит в холодильнике, он подзастынет. И уже когда застынет, мы сможем намного лучше проработать уголки, края. Поэтому я сейчас сделаю так, чтобы уголки смотрели наверх, чтобы крем вышел наверх. И потом уже, когда крем застынет, мы их срежем просто ножом, и у нас будет ровный-ровный острый уголок. Вот еще минус некачественных поворотных столиков, то, что он вот болтается. Вот видите, туда-сюда болтается, из-за этого и покрытие получается не супер идеально. Поэтому я все-таки советую использовать металлические столики, профессиональные, кондитерские. У них более качественный, да, материал для использования в кондитерском деле. Все. Сейчас я внизу еще чищу. Тоже пока что прям до идеала вот здесь вот с салфеточкой стирать не буду. Все это мы сделаем уже, когда крем подзастынет. Вот такой вот тортик у нас с вами получился. Тортик достаточно тяжелый. Я предлагаю вам, мне точнее, его взвесить. Сказать, сколько он получается веса. А то мне все говорят: Катя, 16 диаметр, 2 килограмма, да это невозможно, он же такой маленький. Какой маленький? 2 400 просто, 2 килограмма, 400 грамм вот в этом малютке. Его хватит на 10 человек 100%, а то и на 15, если, конечно же, правильно нарезать. Сейчас вот этого красавчика, видите, у нас тут крем немножко выпирает, чтобы потом мы его срезали. Убираю в холодильник уже минимум на час, чтобы крем полностью застыл. И мы уже его доработаем. Смотрите, вот эти остаточки крема, я пока торт не закончил, я их пока не выбрасываю. То есть вот здесь у меня прям чуть-чуть, это остается. Я могу их даже, знаете как, убрать в кондитерский мешок. Вот, кстати, у меня сколько крема осталось на миске. Вот столько мы с вами счистили. Вообще ни о чем. Я это все кладу в кондитерский мешочек. Здесь тоже счищу. И уже, когда мы будем срезать уголочки, когда крем полностью застынет, и вдруг, если нам нужно будет что-то еще доработать, вот эта капелька крема, она может пригодиться. Поэтому она просто лежит у нас при комнатной температуре. А это все мы можем отправить в мусорку. Так, давайте вас сюда.
Крем мы использовали, крем чиз на масле с добавлением шоколада. Рецепт у меня в сторис, можете посмотреть, и в предыдущем прямом эфире полный процесс приготовления, друзья. Хватит ли 3 часа для стабилизации торта без покрытия? Говорила на предыдущих эфирах, когда мы занимались именно сборкой торта, что как бы можно торт есть, да, уже спустя там 2-3 часа, но он будет невкусный. Самый вкусный торт становится, когда он стабилизируется ночь. Почему? Потому что у него происходит процесс объединения бисквита с пропиткой, с кремом, с начинкой. Это все становится одним целым. Когда торт стабилизируется всего 3 часа, то бисквит как будто живет отдельно от крема, да, и это будет чувствоваться. Ну да, были такие у нас случаи в кондитерской студии, когда мы работали, даже когда дома я работала, когда, ну, забыла записать заказ. Мне кажется, кто работает в кондитерской сфере, сталкивался с таким, и там нужно сделать торт срочно, вот прям сейчас, да. И, конечно, да, делала прям экстренно, и получала стабилизацию всего 2 часа, час или там еще меньше. И как бы, ну, все равно вкусно, потому что, да, мы готовим все-таки из натуральных продуктов, они в любом случае вкусные всегда. Но когда соблюдаем все вот эти тонкости, секреты, мы можем добиться еще больше вкуса, прям взрыва, чтобы клиент потом только с вами был. И были такие случаи, да, особенно от клиентов, которые говорят: Катя, мне вот нужен свежий торт. Вот я хочу, чтобы вы его прям только сегодня испекли, и сразу же вот я его съела сегодня, да, там на празднике. Я вначале пыталась людям объяснить то, что, ну, тортик получится невкусным, да, потому что он... Ему нужно время на стабилизацию, чтобы он стал сочным, пропитался, стал прям как вы хотите. Нет, вот мне нужно только свежий торт, окей. Да, и это всегда приводило к тому, что потом приходил отзыв: а что торт какой-то не такой? Он не такой вкусный, как мы ели там у моей подруги на день рождения. И со временем я поняла, что людям объяснять это бесполезно. Поэтому клиенты, которые мне говорят: Катя, мне нужен свежий торт, вот чтобы он только сегодня был, я им говорю: хорошо. Просто хорошо, перестаю им что-то объяснять и все равно сделаю по-своему, как знаю я, как лучше будет, да, поэтому я в любом случае делаю торт сегодня, а завтра его украшу и отдам клиенту, то есть вот эту ночь я всегда выдерживаю, вот эта ночь, она входит в процесс приготовления торта, она как бы желательна, и уже именно срок годности отчисляется у торта с момента не сборки, не выпечки бисквита, не приготовления крема, а срок годности отчисляется с момента полной стабилизации торта. Вот вы его сегодня приготовили, поставили в холодильник, а завтра, завтрашнего дня, да, начнется отчисление срока годности. Это тоже многие упускают. Сколько дней хранится начинка карамель-банан в холодильнике? До 5 дней. Друзья, если у нас в карамели есть какие-то добавки, то это 5 дней. Если карамель чистая, пустая, в ней ничего нету, 2 недели в холодильнике, и можно замораживать на 1-2 месяца смело в морозилку. Если вы не смогли найти меня в Телеграме, напишите мне в директ. Катя, не могу вас найти в Телеграм. Я пришлю вам ссылочку, и вы туда сразу же попадете. Екатерина дает сначала рецепт, чтобы вы подготовились к эфиру, а потом проводит эфир, да. Да, всем новеньким привет! Кто новенький на моей страничке? Новенькие мои подписчики. Я приглашаю вас на курс «Стань кондитером», где я делюсь своим 10-летним опытом кондитерской сферы, и вы получаете, по сути, новую профессию всего за 30 дней. Давайте сейчас отвечу на самые популярные вопросы. В последнее время меня спрашивают: Катя, этот курс попадает на Новый год. Да, у нас получается курс идет, ну, больше, чем 30 дней, как обычно это 1,5 месяца, и у нас получается весь декабрь и половина января. Как в Новый год, там куча дел, суета, мне придется каждый день смотреть эфиры, выполнять домашние работы. Нет, друзья, обучение на курсе проходит в формате видеоуроков в отличном качестве, которые можно смотреть на телефоне, на планшете, на телевизоре. У меня есть ученица, которая включает уроки на огромном телевизоре, и всей семьей слушает, смотрит, и всем эти уроки интересны. Вот. Поэтому
в любое время смотрите, и домашняя работа сдается один десерт в неделю. То есть за неделю вы выбираете, да, какой десерт из модуля, там открывается модуль, в модуле 5 десертов. Вы их посмотрели, типа, ой, хочу вот этот приготовить. Вы его смотрите урок, смотрите рецепт, готовите и сдаете домашнюю работу. Сразу скажу, что домашняя работа не является обязательным условием. Даже если вы домашку не выполняете, если вы не заходите в уроки, если вы купили и забыли, ну, иногда бывает такое, вам все равно доступ ко всем урокам откроется, вы все равно получите диплом, сертификат участника, вот, поэтому здесь переживать не стоит. Да, были у меня такие случаи, что девочка купила курс, начался ремонт, не могу, духовки нет, готовить не могу, начала так спустя полгода. Была ученица, которая купила курс, думала, в декрете сможет, а ребенок оказался капризным, не получается готовить. Через год отдала ребенка в школу, в садик, да, и приступила к урокам. И только спустя год написала мне отзыв Катя. Я только сейчас приступила к курсу, посмотрела все уроки, задала мне какие-то вопросы, я ей дала обратную связь даже спустя год, и она начала дома зарабатывать. Да, поэтому случаи бывают разные, и у вас в любом случае доступ ко всем урокам остается навсегда, как и моя обратная связь. Поэтому все успеете 100% даже в Новый год. И на Новый год побалуйте своих родных и близких очень вкусными десертами, которые мы будем готовить на курсе. Но у нас, знаете, как бывает, мы учимся, у нас нет там лекций каких-то, какой-то нудятины, у нас там очень все интересно. У нас целая комьюнити, целый чат, где девчонки делятся своими результатами, там задают вопросы, общаются, просто знакомятся. И у меня, кстати, были такие курсы, где девчонки потом встречались вживую, и до сих пор они дружат, общаются, и этот чат вообще как семья просто становится. Вот. И вам кажется то, что, ой, я ничего не успею, да я готовить десерты не буду, да вот сейчас один десертик только сделаю, и все. Но когда вы смотрите этот чат и видите, что пишет какая-то Маша, что у нее все получилось, она сделала вот столько-то десертов. Потом пишет Юля, что она сделала вот столько. И у вас уже начинают чесаться руки. И вы когда это все читаете, смотрите, вам хочется прийти на кухню и просто тоже начать готовить. И вы не заметите, как вы сможете за один вечер приготовить 2-3 десерта. Десерты очень простые. Я вообще сторонник таких десертов, вот чтобы ты пришел на кухню и сделал от начала и до конца. Нету такого, что нужно ждать, когда будет стабилизироваться начинка 10 часов, и приготовление десерта растягивается там на всю неделю. Нет, вы пришли на кухню, вы потратили 1-2 часа, у вас получился результат с нуля до финала. Поэтому очень круто, все успеете, будет очень интересно, я вас жду на курсе. Да, курс стоит 15 900, и цена у нас на следующей неделе, с понедельника повышается, поэтому сейчас самые выгодные условия, курс можно купить в рассрочку, все это делается, да, через ссылку в шапке профиля, то есть вы выходите из эфира, у меня под аватаркой синяя ссылочка, вы нажимаете, попадаете на мой сайт, читаете программу курса, нажимаете «Записаться». Вводите свои данные, там почта, телефон и имя. Имя пишите правильное, потому что какое укажете имя, такое имя будет в дипломе. Номер телефона указывайте для того, чтобы я вас добавила в чат. И адрес электронной почты, куда вам прислать видеоуроки. Да, поэтому три этих основных данных вводите, нажимаете «Оплатить», переходите на окно «Оплаты», и там есть три варианта оплаты. Или оплатить все сразу. Да, карточкой, переводом, как вам удобнее. Или же выбрать вариант рассрочки. Если вы находитесь в России, то можно выбрать рассрочку Тинькофф через банк на 3, 4 или 6 месяцев. Это очень удобно, потому что рассрочка беспроцентная, рассрочка без переплаты и первый платеж – через месяц после оформления рассрочки. То есть, если вы сегодня оформите рассрочку, то будете платить первый взнос вообще перед Новым годом.
да, очень удобно. Но, как правило, мои ученицы закрывают всю рассрочку в течение курса, в течение месяца. И есть вариант рассрочки личной от меня в два платежа, без банков. То есть вы сейчас платите половину стоимости обучения, там 7900, по-моему, да, и вторую часть обучения после двух недель обучения. Это у нас будет 19, по-моему, декабря, середина декабря. Вот, кто оплачивает вот так вот частично, да, двумя платежами, я им потом в декабре обязательно напоминаю, что пора внести вторую стоимость. Да, если человек не вносит вторую стоимость, я его просто из группы исключаю. У него остается доступ к половине курса. Ну, такого еще не было. Я всегда так боюсь, что ой, сейчас человек начнет учиться, ему не понравится, и он уйдет и не станет платить вторую часть. Такого реально еще не было. Кто попадает на курс, они просто в огромном восторге и всегда доходят до конца. Очень круто. Катя, когда сделаете PayPal? Жду не дождусь. Я сама очень жду. Мы сейчас открыли фирму. На следующей неделе мы идем открывать местный черногорский счет. И надеюсь, что к этому счету у меня получится привязать PayPal, и мне все заработает. Я жду не дождусь уже тоже этого момента, потому что очень много учениц за границей. Франция, Германия, Америка, Италия, Испания. Вот где только нету наших русских девчонок, сейчас везде. И, конечно, многим удобно оплачивать именно PayPal, поэтому очень активно занимаюсь этим вопросом. Катюша, привет, привет, Оля, очень рада вас видеть и слышать. Оля у нас как раз была победительницей предыдущего потока курса, тоже показала очень классные результаты, и Оля присылала мне прекрасные отзывы с курса, точнее не Оля, а присылал ее муж, чему я тоже безумно была рада, и писал, что спасибо, Катя, что научили жену готовить такие вкусные десерты. Мы смотрели всей семьей, до сих пор иногда пересматриваем, очень классно. Так. Ну что, друзья, давайте я эфир этот сохраняю. Катя, вы супер, спасибо вам огромное за внимание. Я пока с вами не прощаюсь, сейчас этот эфир сохраню, и мы с вами встречаемся сегодня вечером и занимаемся декором торта. Всю информацию по декору смотрите у меня в сторис. Сейчас выберу, какой сделать декор. Но, знаете, я не буду выбирать что-то сложное. Мы сделаем что-то простенькое, новогоднее. Потому что я делала опрос в сторис. Вы сами выбрали новогоднюю тематику. Поэтому сделаем сегодня новогодний тортик. Все, до встречи вечером. Ну, кто будет спать, не переживайте, запись эфира также сохранится. Потом посмотрите в записи. Все, не прощаюсь. До вечера.